Напротив окон кабинетов, где теперь занимаются дети с ограниченными возможностями, одно из красивейших мест Мозыря – центральный сквер с каштанами, цветниками и скамейками. Переезд центра в новое большое комфортное здание стал настоящим подарком для его воспитанников. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации получил свой новый дом в начале учебного года. И со 2 сентября мы приступили к полноценной работе. Для ребят, которые ежедневно приезжают в центр на занятия с квалифицированными педагогами, в этом учебном году организовано сразу 4 учебных класса. Здесь есть и учебная зона с удобными партами и специализированными инвалидными креслами с мягкими валиками, и игровая зона с мягким ковром и стеллажами с игрушками. Большой кабинет, оснащенный современной мебелью и множеством игрушек, выделен для самых маленьких посетителей центра – детей до 3 лет, которых привозят родители. В процедурных кабинетах медицинского блока дети получают необходимое физиолечение. Им делают массаж или ингаляции, занимаются лечебной физкультурой. На медико-психологические консультации, коррекционные занятия в центр приходят дети, нуждающиеся в дефектологической или психологической помощи. В новом здании для успешной работы с ними оборудованы кабинеты учителей-дефектологов и педагогов-психологов. Отдельные комнаты выделены для диагностической и коррекционной работы, а также для психологической разгрузки. Ходит очень много детей на диагностику вместе с родителями, на коррекционные занятия, а также молодые специалисты и преподаватели города и района. Возможность обучения в центре получили также и дети района, хотя мы раньше подвозили детей из Козинок, из Каменки, но в этом году мы еще организовали образовательный процесс для ребенка из Борискович и из Новиков. Все дети, которые обучаются в центре, они подвозятся специализированным транспортом центра. Руководство района к детям с ограниченными возможностями проявляет особую заботу. И сегодня педагогические, ученические и родительские коллективы центра благодарят всех, кто помог обрести им новый дом. Дом, в котором каждый день открыты двери для тех, кто так нуждается в помощи и поддержке. Екатерина Юрченко, Владимир Машковский, телеканал «Мозырь».